Hi everyone! Всем привет, что значит. И у нас сегодня новости. Как же давно этого не было. Как же вы меня просили. И как же я хотел. И, наконец, четыре максимально потрясающих новости на данный момент. Одна новость про синдром дефицита внимания. Одна новость про то, как чат GPT спас жизнь человеку. Одна про сексомнию. Сейчас узнаете, что это такое. И что ученые научились ее лечить, хотя многие из вас даже не знали о ее существовании. И одна про то, что путешествия уменьшают эффективность антибиотиков. Увы, какая-то заставка должна быть. пум, 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 Не забудьте поставить лайк, колокольчик, править это видео своим друзьям и подписаться на наш канал. На нашем канале, к счастью, буквально-таки божьими усилиями, уже 150 тысяч человек, и я надеюсь, что скоро мы побьем наш рекорд в 200 тысяч, и вы нам в этом можете помочь но помочь можем и мы вам. У нас, помимо YouTube-канала, есть еще неформатная клиника, в которой мы принимаем пациентов, в которой у нас работают психиатры, психотерапевты, психологи и даже невролог. И вы можете прийти, обратиться в нашу клинику и получить самую, что ни на есть, квалифицированную помощь по любой ментальной проблеме. А сейчас у нас еще на постоянной основе каждую неделю проходят групповые занятия по MDR. Это отличная техника, отличное целое направление, которое позволяет работать с тревожностью, с тревожностью на бытовой основе. Так что если вдруг у вас повышенная тревожность, вы постоянно обо всем беспокоитесь или постоянно беспокоитесь о чем-то одном, обязательно приходите тем, кто смотрит это видео, еще и подарок. 20% скидка по промокоду НЕФОРМАТ на первое групповое занятие с Дарьей Кирьяновой. Этим отличным работающим методом. Приходите, всех ждем. Итак, сексомния. Что же это такое? Это когда человек бессознательно занимается сексом. То есть, это как лунатизм, только когда человек просыпается ночью, точнее не просыпается ночью, но занимается с кем-то сексом. Согласитесь, проблема достаточно серьезная. Если вдруг у кого-то такая штука была, напишите об этом в комментариях, потому что я, честно говоря, в практике своей такое не встречал, но в литературе читал об этом достаточно много. Встречается эта вещь и у мужчин, и у женщин примерно в равном количестве. Более того, человек может действовать с открытыми глазами, но, тем не менее, не осознавать того, что с ним происходит. Согласитесь, неплохая отмаза для насильников. Но как это проверить? Не знаю на суде, вот как это потом проверить? Я это имею в виду. Так вот, ученые провели мета-анализ, то есть исследование разных исследований, и результаты показали, что это можно корректировать с помощью гипноза. Это правда, кстати. Но не только с помощью гипноза, также и с помощью когнитивно-поведенческой терапии тоже. Но самое главное, это, конечно, соблюдение режима сна. Вообще любой лунатизм, вообще даже не, не только ру лунатизм, вообще любые проблемы, которые касаются сна, в первую очередь корректируются с помощью гигиены сна. Вообще все проблемы, которые связаны со сном, как правило, в первую очередь регулируются и решаются с помощью построения гигиены сна. У нас было видео на эту тему, можете поискать. Издание Daily Mail рассказало историю Алекса, который с 4 лет испытывал хроническую боль, трудности с ходьбой и неконтролируемые перепады настроения. А через некоторое время мальчик перестал расти. Мать ребенка три года пыталась понять, что происходит с ее сыном, посетила 17 17 врачей, начиная от педиатра, заканчивая стоматологом. И в итоге обратилась к искусственному интеллекту. Чат GPT поставил мальчику очень редкий диагноз. Расщепление позвоночника и порог развития спинного мозга. Ну и все закончилось хорошо. Алексу провели хирургическую операцию, уже не чат GPT, слава богу, врачи, и помогли ему, вылечили его. А чат GPT оказывается в 72%, то есть это сопоставимо с врачом-ординатором, правильно ставит диагнозы. При этом, судя по всему, он дает иногда даже более качественные и, как пишет Daily Mail, более чуткие, чтобы это не значило, ответы для пациентов. Папа, вау, чуб. Гарвардские ученые тем временем изучили образцы кала 267 путешественников из э, США и выяснили, что у большинства из них существенно сократилось качество микробиоты. Ну, то есть менее разнообразной стала эта микробиота. Меньше бактерий. И повысилась резистентность к антибиотикам. Более того, две трети путешественников приобрели новые штаммы кишечной палочки. У 67% человек. Обалдеть. То есть у вас была своя кишечная палочка, вы сходили в путешествие и в 67% случаев приобрели новую. Интересно. Ну и, в общем, ученые настороженно наблюдают за этим феноменом, потому что чем больше люди передвигаются по планете, а люди склонны к тому, чтобы увеличивать свое передвижение, тем больше появляется антибиотикорезистентных форм бактерий. Что плохо? Потому что эти антибиотикорезистентные бактерии, то есть бактерии, которые не поддаются лечению антибиотиков, только в США до да год более трех миллионов человек заболело. Так что сидите дома, блядь, и не выходите никуда, понятно? Не дай бог там еще принесете каких-то нам штаммов. Сидите уже, все, приехали. В Португалию они поехали, в Германию. Куда нам здесь, на Святой Руси, столько антибиотикорезистентных штаммов? Кто их лечить будет? У нас антибиотики не все есть, а вы везете. Уехали, если все, Значит, и не возвращайтесь, сидите там, накапливайте там микрофлору. Понятно? Вот так я считаю. Теперь про СДВГ. СДВГ назвали причинным фактором тяжелых психических расстройств. Большого депрессивного расстройства, посттравматического стрессового расстройства и э, суицидов. Все это в Германии произошло, и вот немецким ученым удалось доказать причинность СДВГ для развития вот этих расстройств. Что это значит? И так все знали, что если у вас СДВГ, то у вас выше риск заболеть депрессией, выше риск заболеть посттравматическим стрессом, расстройством, выше риск заболеть наркозависимостями различными и выше риски суицидов, и вообще импульсивного поведения, не только суицидов. Но раньше считалось, что это коморбидность, что это сочетаемость. Если у вас СДВГ, то просто, ну вот, Значит, эти заболевания у таких людей, у которых и СДВГ есть, и вот это тоже часто достаточно бывает, оказывается, что это прям причина, скорее всего, что само по себе состояние синдрома дефицита внимания влияет на возникновение вот других состояний. И тут, конечно, хочется сказать, что... СДВГ это очень популярное состояние. Оно очень часто проявляется в популяции. От 1 до 7% людей, по разным данным, страдают синдромом дефицита внимания и гиперактивности. То есть примерно 5% детей, у которых увеличен риск суицидов, к сожалению, и увеличен риск развития других вот этих состояний. Ну и причем стоит, наверное, доверять таким исследованиям, потому что оно, во-первых, полностью такое генетическое, то есть они изучали причинность по генетическим базам, и, скорее всего, это действительно так. Что это нам дает? Это дает нам информацию о том, что если ребенку или подростку, или взрослому даже, был поставлен диагноз синдром дефицита внимания и гиперактивности, то не стоит к этому относиться как-то слишком легко, что стоит, наверное, этим заниматься, что стоит попробовать создать какую-то среду для людей с синдромом дефицита внимания, что стоит помогать им в учебе, что не стоит их дискриминировать и таким образом снизить риск возможного развития вот этих других заболеваний и всего, что может быть с ними сопряжено. А в 2020 году, кстати, для СДВГ впервые в США и впервые для заболевания вообще была одобрена видеоигра. Теперь достаточно активно СДВГ лечится с помощью VR-технологий. Вот такие сегодня у нас новости. Если вам понравилось, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И отправьте это видео кому-нибудь из своих друзей. Это будет очень полезно. Все ссылочки на все исследования, о которых мы сегодня говорили, и на все данные мы оставим внизу. А вы прочитайте, если вам интересно поглубже в этом разобраться. Если будет много лайков и комментариев, будем эту рубрику повторять. До новых встреч. С вами был доктор Сычев. Пока.